20 grams was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Много красивых девушек. Чем раньше читательницы гламура поймут, что важно быть самостоятельными, тем дольше они будут актуальны для журнала «Гламур». Что для меня гламур? Для меня гламур вообще это жизнь оказалась. Я позавчера отпраздновала 7 лет, как я приняла предложение возглавить этот журнал. А выясняется, что в этом году в ноябре мы в 13-й раз будем вручать премию «Женщины года» журнала «Гламур». Для меня, как выясняется, эта цифра довольно счастливая. Я никогда не боюсь номеров 13. Смело сажусь на стул номер 13. И, в общем, ничего не боюсь. И я думаю, что вот почему-то мне кажется, что все наши девушки гламурные, они тоже ничего не боятся. Это история про стиль, это история про талант, это история про ухоженность, это история про интеллект, это история про индивидуальность. Путь к достижению цели – это многогранность, это одновременно слабость и одновременно сила. И гламур для меня это, наверное, все-таки женственность. А читательницам гламур я пожелаю развиваться, делать то, что вы любите, и получать от жизни только удовольствие. Потому что если не вы, то кто? И интересных статей, интересных артистов, конечно же. Да и просто развлекайте себя, как можете. Вот так! Что для меня гламур? Гламур – это в первую очередь ухоженность, это нежный вкусный аромат, это обязательно что-то в тренде, что сегодня очень актуально, это немного лоска, немного вкусностей, конечно, роскоши чуть-чуть и хорошие манеры. Дорогие читательницы гламур, я желаю вам любви, потому что это самое главное. Никакое красивое платье, никакие красивые наряды и курорты не украсят вас так, как украсит любовь. Любите, будьте любимыми, и самое главное, чтобы в жизни было любви много. Любовь – это не только к мужчине. Любовь может быть к родителям, к стране, к природе, к океану, к любимому виду спорта, к творчеству. Поэтому люблю вас. Всегда ваша Елена Летучев. И, конечно же, читайте журнал «Гламур». Гламур – это комбинация грации, ухоженности, нежности с такой роковой, яркой, блестящей женщиной. Это красивый образ жизни. Образ жизни, когда каждый день у тебя очень яркий и наполненный какими-то яркими событиями. А в узком смысле это мои друзья, которые работают в этом журнале, начиная с Маши и заканчивая всеми девчонками, которые трудятся. Потому что на самом деле атмосфера, я просто знаю, как все это там устроено, атмосфера там просто потрясающая, гламурная, в хорошем смысле этого слова. Na 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 na